Сенатор Российской Федерации Баир Жамсуев совместно с министром образования и науки Забайкальского края Натальей Бянкиной в ходе рабочей поездки посетили школы в Оловянинском районе. В рамках парламентского контроля сенатор регулярно встречается с педагогами и родителями школьников. Так, в селе Бырка, где сегодня учатся 65 детей, родители рассказали, что школьники не могут пользоваться теплым туалетом, построенным еще в 2019 году из-за отсутствия системы водоотведения. Да и само здание уже давно отработало свой ресурс, ему уже почти 90 лет. Необходимо строить новую школу. А пока в ближайшей перспективе здесь ожидают поставки новых компьютеров, средства на которые выделены по федеральной программе «Цифровая образовательная среда». Баир Жамсуев и Наталья Бянкина также посетили школу в поселке Мирное, где когда-то был военный гарнизон. Школа была построена большая, рассчитанная на 800 детей. Сегодня здесь только 100 учащихся, а здание школы требует капитального ремонта. Как отметил Баир Жамсуев, из-за нехватки средств 1792 объекта социальной сферы края сегодня находится в ненормативном состоянии. Он уточнил, что по нашему региону на решение первоочередных проблем необходимо более 10 миллиардов рублей. Вопросы ремонта и строительства новых школ в Забайкальском крае накануне поднимались и на совещании с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым.